Уважаемые друзья, Хасавюртовский район является одним из самых крупных спортивных муниципалитетов нашей республики. И достижения спортсменов района известны далеко не только за пределами Дагестана, но и за пределами России. Я вижу сегодня здесь многих спортсменов, которые вместе с нами разделяют наш праздник. Открываемый сегодня физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом предназначен для оздоровительных занятий, проведения спортивных мероприятий, учебно-тренировочного процесса по различным видам спорта, причем не только по единоборствам, но и баскетболу, волейболу, мини-футболу, гандболу, аэробике, настольному теннису, другим видам, в которых могут принимать участие не только мальчики, но и девочки. Новый ФОК – это как рабочее место, где порядок и все хорошо способствует тому, чтобы заниматься, тренироваться, соревноваться, достигать новых высот, добиваться высоких результатов и просто вести здоровый образ жизни.